Обязательно должна, да. А почему? А ну, потому что это хорошо, это нужное дело, это так всегда было, и очень даже это правильное решение. Ну, как-то это у нас в традиции уже заложено. Вот раньше это было 22 апреля, ну и вообще весна, когда наступает, всегда все убираются и в доме, и на улице, и это как-то поднимает настроение у людей. Обязательно должны добровольно идти убираться, чтобы чистота в городе была. Конечно. Во-первых, около своей территории. Я вот живу на Свердлово, частный сектор. Мы не ждали субботника, мы заранее все убрали. И у нас очень хорошо все время организовано, каждый год. Почему же нет? Надо добровольно очищать город и вообще его как-то преобразить. А как иначе? А кто же нам будет это делать?